прозвучат произведения, которые Леонидович очень любил, с ними фортепиано и музыка. Конечно, их все за один вечер собрать, не за один концерт не соберешь, они такие достаточно яркие и тематические. Первое отделение будет такое достаточно, должен предупредить, не очень веселое, все-таки вечер памяти, а второе более такое, все-таки нам нужен Новый год, визиция и Рождество, у католиков вообще уже прошло, насколько я помню. И 7 числа да, у нас православные. И во втором отделении прозвучит Дарья Сальникова, наша сопрано. Она исполнит в том числе тиари, которые, и, вернее, оперы и стихари, которые Андрей Владимирович неоднократно выступал в Метрополитен опера, ну и в Большом театре и так далее. Приятного вечера. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
именно по причине гибели своих родителей. Thank you.
Берем маленький перерыв. Десять. Десять. Я думаю, 10.